Привет, привет, мои дорогие подписчики, мои дорогие координаторы. Я хочу вам показать, какой подарок замечательный я получила от своего представителя. Ване не терпится его вам показать. Ну, Ванюш, покажи. Подожди. Это чудесный домик. Я, мне кажется, никогда такого подарка замечательного не получала. Вот, вот. Есть два леденца, домик, да. Еще цветы. Еще елка, собачка поклеена, вот тут вот чуть-чуть оборвалась. Еще цветочки, вот такие фрукты, украшения, окна, подставка, в упаковке завязки вот. И вот здесь вот еще один подарочек, и вот здесь вот елки украшены. Угу. Вот. Ну, давай, подожди, я поподробнее расскажу. То есть это... Спасибо большое Лене Румянцевой. Прям вообще такого чудесного да. Никогда не видела. И вы еще знаете, наверное, что завтра Новый год, к нам приедут гости, мы его будем есть. Ну, не домик, а вот эти леденцы. Этот леденец мне, этот Лене, елочку Влади, а конфеты просто всем. Ага. Кстати, у меня наверху две упаковки конфет. О, да, у Вани два упаковки конфет. Кстати, это коробка Рафаэла. Кстати, а зачем мне, чтобы Вера со мной поделилась елочкой, если у меня своя елочка? Конечно, у тебя есть своя елочка. И чупа-чупс даже. Вот такой замечательный подарок. Да, коробка Рафаэла превращена в настоящий хэндмейд. А как думаешь, получится открыть дверцу, когда мы развяжем все и этот? Невозможная красота. Я, честно сказать, потрясена прям. Мам, а может сейчас открыть? Мам, а может сейчас попробовать открыть дверь? Когда будем мы его распечатывать? Нет. Давай пока еще. Еще даже Новый год не наступил. Вот уже такой домик, цветы на домике. В общем, классно. Я в шоке, что такая красота бывает. Ваня. Так что спасибо, Леночка, большое. Да, и всех с наступающим Новым годом. Пока-пока. Вань, попрощаешься? Пока!